И всем привет, с вами как всегда Лазит. Новый видос по Brawl Stars. Как вы видите, я с вебкой. Вот она, кругленькая такая. А именно потому, что на моем канале уже 100, даже чуть больше 100 подписчиков. Я вам на стримах, в видосах и в телеграм-канале с вами говорил. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка есть под видосом в описании. Говорил то, что будут видосы и стримы с вебкой, когда будет 100 плюс подписчиков на канале. В общем, это число вы набили, спасибо вам огромное. И вот я теперь с вебкой буду. Как-то так выглядит мое место съемок. Как-то даже непривычно с вебкой теперь. В общем, в этом видосе мы будем пушить 15 ранги на вот этом вот аккаунте. Это Put Lazy, мой проект. Я на нем апнул 3000 кубков, кстати. Забрал Бо. И сразу же в тот же день пропушил его на 10 ранг, потому что я вам говорил то, что... Извиняюсь, извиняюсь. Просто я же говорю, на телефоне снимать неудобно. Так, где Бо? Вот он на 10 ранге уже. Вот. Я вам говорил то, что сразу же буду пушить всех бойцов на 10, потом на 15 ранг. В общем, пушим. Погнали пушить Була на 15, сейчас он на 14. Полет фантазии карта. Погнали. О, у Холдика стрим, кстати. Так, погнали за баночкой. А, давайте Розу убьем. Может, а нет, ладно, оставим. Я думал, что она АФК. Так, погнали вниз. Там еще баночки есть. Ой, что-то вебка подлагивает немного, извиняюсь. Не, ну за вебку, я думаю, можно поставить лайк. Конечно, подписаться. Нажать на колокольчик и написать комментарий. Да, в принципе, как всегда, все сделать. А, и, кстати, чтобы поучаствовать в розыгрыше на 170 гемов. Так, секунду. Вы должны подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и написать в комментарии секретное слово. В принципе, все как всегда. А секретное слово я скажу чуть позже. Так, давайте догонять этого Була. О, Тара его забрала. Давайте Тару заберем. А нет. Хотя, да, почему бы и нет. Забираем Тару. Проект Лейзи топ, да. Так. Рико и Тик. А вот еще один Бул, кстати. У меня банок больше. Давайте попробуем что-нибудь с ним сделать. Хотя нет, давайте лучше на Тика сходим. Хотя... Ну, блин, он страшно, что потом просто сможет убить. Так. Вот так. И потом вот так. Оп. Так, пусть он набьет на мне ульту и скинет ее на Була. Вот моя тактика работает. Вот так вот делаем, вот так. Вот он ультанул, забрал Тика, и сейчас нужно... А у него 4 банки уже, как у меня. Ой-ой, уходим. И сейчас осталось добить его. Ну, блин, страшно, страшно, чуть-чуть. О, в общем, я доиграл. Занял первое место. Вот могу вам показать данные боя. Секунду. Да, вот плюс 10. Первое место. Так, у меня получается здесь... Так, награды. Мегаящик скоро будет. Давайте я повыпол... Так, секундочку. Мешает снимать видос. В общем, давайте посмотрим, какие у меня квесты. В принципе, броубол и зона. Понял. Давайте сразу сходим на броубол, раз мы уже играем на буля. Погнали. Короче, я сказал, что пойду в броубол, а сам пошел в ШД. Ну, короче, занимаем первое место. Лайкос, за такой лайкос, кстати, ставим. Я лучше всех, да, спасибо. Уже знаю. Мне мои подписчики сказали. Кстати, если вы хотите попасть на видос, как вот эти вот комментарии, вот здесь комментарии, то пишите своих какой-нибудь хороший комментарий, я вставлю в следующий видос. Так, нужно теперь точно броубол взять. Так, вот он. Карта рекорд. Ну, я не знаю, не помню. Ну, ладно, ничего страшного. Погнали в броубол. Кстати, осталось 9 кубков. Это примерно 2 катки. Но
Долговато загружается, но ладно, погнали. Вот, короче, мы выиграли. Победа, как вы видите. Вот плюс 8, осталась одна катка. Одного кубка не хватает до 15 ранга, погнали. И вот мы снова победили. 15 ранг, плюс 200 старпоинтов. Ну вот, ой, 100 дали жетончиков. Отлично, плюс 16 кубков. Так, вот мы про... Извиняюсь, забыл просто, я же говорю, неудобно с вебкой. Вот, короче, пропушили була. Так, давайте, больше всего трофеев получается у меня на Пока. Значит, в следующем будем пушить Пока. Только уже в ШД. Надеюсь забрать топ-1. Так. Ой-ой, нет. Аккуратненько, аккуратненько. Так, дамажим. Давайте заберем Эдгара. Ну и осталось Амбер забрать. Так, топ-2. Нужно аккуратненько вот так вот надамажить ее. Если что, у меня есть ульта, хилка. И забираем топ-1. Вот такие катки на Пока на 14 ранге. Вот я лучше всех, плюс 10 кубков. Так, сколько у меня сейчас? Так, осталось 23 кубка. Погнали играть снова. Забираем первое место. Топ-1. Неплохо, неплохо. Так, плюс 10, и осталось 5 кубков. Одна каска на Пока. Секретный код, я думаю, давайте будет вебка. Надо как-то медведя переманить на другого Пока. Как-нибудь вот так, допустим. Дамажим, хилимся. Это уже топ-2. Так, еще там медведь ходит за ним. Так, давайте побьем чуть-чуть Пока. Так, давайте смотреть, что он будет делать. Давайте вот так вот надамажим. И первое место, медведь мне помог. Спасибо огромное, медведь. Первое место, плюс 10. Далее, 15 ранг и 200 старпоинтов на Поко. Это уже 2 15 ранга на моем проекте Put Lazy. Так, еще 200 старпоинтов. Давайте. Так, маленький ящик открываем. Конечно же, нам ничего не падает. Открываем мега ящик. Один боец. Один боец в мега ящике. А, очки силы. Понимаю. И 600 удвоителей. Вы это видите? 600 удвоителей. Понимаю, неплохо. Так как у меня бо на втором силе, это самая маленькая сила, которая у меня есть, значит, давайте на бо забираем. Так, неплохо, давайте сажу его и прокачаем на видосе. Так, давайте поставим. Так, сначала мини-редки, как всегда, чтобы было удобнее ориентироваться. На какой уровень я сейчас прокачаю? На четвертый. А, на пятый, извиняюсь. Так. В принципе, я думаю, хватит видоса. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Лейзи с вебкой. Кстати, сегодня же будет стрим. Заходите на него. Ну, я не знаю, возможно, видос уже вышел после стрима, но я думаю, сейчас я еще смонтирую, будет стримчик еще после видоса. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока.